Мой дед Карипов Женос, 1608 года рождения. Призвался с Алматы в 316-ю гвардейскую панфиловскую дивизию. Воевал под Москвой, по Балканскому шоссе, воевал под Сталинградом и воевал дальше под Ржевом. В 1942 году из бронетанкового ружья, когда сидели не в окопе, пострелил такой разведочный самолет «Рама». И командир приказал всем лежать неподвижно. И в это время мой дед взял противотанковое ружье и одним выстрелом его подбил, и самолет упал. Это была первая его награда. Вторая награда уже, когда он под Сталинградом воевал, у него были боевые заслуги. Третья награда – это уже когда он воевал под Ржевом, когда они взяли эту деревню, то есть командовал расчетом как раз таки мой дед. Было около убито 64 фашистских захватчиков. В августе 44 года он был ранен, в госпитале он провел полгода, по итогу ему ампутировали правую ногу. После войны он вернулся, женился, после себя оставил большое наследие детей. Мое имя Женос, не зря он его так, наверное, назвали, потому что я родился вот как раз таки после 12 мая, и в честь моего деда, в честь его боевых заслуг, конечно, мое имя. И для меня это, конечно, очень ценное имя, и я этим горжусь, тем, что мой дед внес лепту в всеобщее дело. И дай бог, чтобы такие войны не повторялись.